Как отмыть подоконник, когда грязь уже въелась? И он весь. Легко. Берем средство Балсет. Средство чистящее для ПВХ. Номер 10. Берем белую тряпочку. Желательно без ворса. Мочим и хорошенечко трем. Идеально белоснежный получается подоконник. Вот еще пример. Прям въелось, прям даже ногтем не отдирается. Смачиваем тряпочку беленькую. Сосунчик отрел. Ничего не осталось.